Друзья, всем привет! У нас для вас отличная новость. Ваня гулял по Инстаграму и кое-что нашел интересное. Друзья, Димаш в Китае. Это мы все прекрасно знаем. Он прошел уже все карантины, которые можно, и уже сегодня появился на красной дорожке фестиваля. Он называется Beijing College Film Festival. Это фестиваль кино, который проходит в Пекине. И это 28-й фестиваль. И Димаш, уже есть первые кадры, которые Саша сейчас вам покажет. Это что ж получается? Димаш сделал 3 премьеры песни в Сочи и теперь поехал делать премьеры в области кино? На самом деле, мне кажется, что это такое его разовое появление. Мне кажется, что он туда поехал совершенно за другим. Но с Джеки Чаном. Да, но Димаш всегда совмещает приятное с полезным и решил посетить, поддержать кинематограф в Китае и посетить вот этот вот прекрасный фестиваль. Очень интересно, какие будут дальше появляться кадры, какие будут дальше обновления. К тому же для нас это вдвойне интересно, потому что вот там вот за нашей спиной вы видите очень интересное здание. Дело в том, что в нем находится сразу и Казахстанская медиа-академия, и сразу и радио, и телевидение. В общем, такая там супер-тусовка. Так вот, суть в том, что теперь там находится наша студия. Благодаря Казахстанской медиа-академии, благодаря прекрасной Гульбахор, которая разрешила нам там разместиться на время, мы теперь будем вещать оттуда. И вот так вот удобно нам теперь стало выходить просто на улицу и сообщать последние новости, которые появляются о Димаше, о феноменальных казахстанцах. Так что, друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. Все самые последние обновления вы будете получать в первую очередь. Это точно. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.